К другим новостям. Трем педиатрам второй Люберецкой районной больницы вручили жилищные сертификаты. До конца лета медики въедут в свои новые квартиры. Глава округа Владимир Ужицкий поздравил врачей с решением жилищного вопроса. В течение 2 месяцев трое врачей-педиатров Люберецкой районной больницы номер 2 смогут переехать в новые квартиры. Распределением жилищных квот занимался профсоюз больницы. Любовь Чернова с нетерпением ждет переезда и съемного жилья. Сейчас я снимаю жилье неподалеку от работы. И вот буквально неделю назад сообщили, что заявка одобрена. У меня замечательный сын, который тоже уже обрадован тем, что у нас с ним будет новая квартира. Получила сертификат и Елена Ишутина. Вместе с мужем и дочерью они уже продумывают интерьер новой трехкомнатной квартиры. Конечно, очень рады, довольны. Квартиру обещают выдать непосредственно ключи в течение 2 месяцев или, может быть, раньше. Поэтому ждем, готовимся к переезду всей семьей. Наградил педиатров глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий. Чем хороший Люберецкий район или сегодня городской округ? Через дорогу Москва, а Москва – столица, это нечто, где все стандарты столичные. А мы должны как-то тянуться и кадры беречь, и как-то их сохранять. Хотя сегодня вместе с правительством области думают, как зарплату повесить, но мы на своем уровне пытаемся помочь в плане жилья. Вручение сертификатов прошло в рамках празднования Дня медицинского работника. Накануне еще 10 врачей стали обладателями документов на жилье. Анна Троян, Александра Томия, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.